Итак, у нас донат имени большинства от кидайняйки. Voyager 1, Noise MC. Это ваш выбор, выбор чата. Теперь у нас есть еще такая традиция на стримах. И давайте посмотрим, потому что я очень держался. Понимаете, тут уже 630 тысяч просмотров. Вышло оно всего пару дней назад. И как бы вы знали, с какой силой я держался, чтобы это не посмотреть. Все вокруг меня говорили, как же круто Noise сделал, как же интересно, как тебе стоит это услышать. А я такой, а я до стрима слушать не буду. Поехали. Холод жжет в груди, эй, земля, алло, я Voyager 1. Выходи на связь, срочно выходи. Наскитался всласть по Млечному пути. Да так и не сумел себе найти другой ориентир. Да тебя теперь миллиарды верст. И сверхновых нет среди старых звезд. Все как секонд-хенд, а мне надо first. Я незваный гость, изучаю здесь внеземную жизнь через линзы слез. И звучит как месть тишина в твоем ответе. В моем горле ком с Юпитер. Боль размером 100 квадратных световых тысячелетий. Я не на твоей орбите. Меня сносит звездный ветер. Вдаль за горизонт твоих событий метя. Там позади, на самый лучший из возможных планет. Да только там ее давно уже нет. Ее уже не найти, клином сходится свет. На дальней точке, там позади, на самый лучший из возможных планет. Да только там ее давно уже нет. Там только призрачный след, ее уже не найти. Уже квактиллион о том грузом на душе. Как-то ведь тащу, надо же. Я тебя прошу, хоть один сигнал, импульс хоть один. Выходи на связь, срочно выходи. Мне не вывести вакуум кругом, я в нем по уши. Эй, земля, алло, милый дом, услышь мой вой уже. Это Voyager, тишина в твоем ответе. В моем горле ком с Юпитер. Боль размером 100 квадратных световых тысячелетий. Я не на твоей орбите. Меня сносит звездный ветер. Вдаль за горизонт твоих событий метя. И клином сходится свет. Там позади, на самый лучший из возможных планет. Да только там ее давно уже нет. Ее уже не найти, клином сходится свет. На дальней точке, там позади, на самый лучший из возможных планет. Да только там ее давно уже нет. Там только призрачный след, ее уже не найти. Мне кажется, что этот трек нужно переслушать раз 5. Потому что мне очень понравились некоторые языковые находки. Мне очень нравится, что на самом деле здесь шаг вперед по вокалу. Вокал совсем звучит не так, как привычно для Noise. Он начинает мелодично речитативить, он начинает читать по нотам. Это очень интересно. Голос более больным, более надрывным звучит. И это интересно. Это новая какая-то краска для него. Мне нравится. Я не знаю, что сказать, потому что мне слишком нравилась песня. Я не хотел ее останавливать, чтобы протранслировать свое какое-то мнение.
очень просто сделанный видеоряд. Юля поймала ассоциацию с «Все как у людей» по поводу фронтальных кадров и наездов, отъездов камеры по прямой ближе-дальше. Действительно, есть такая ассоциация, и, возможно, это одна съемочная группа снимала с одними какими-то предпочтениями своими. Мне просто очень нравится, но мне кажется, что одного прослушивания здесь недостаточно. Мне кажется, что здесь нужно как-то вжиться в песню, в разных настроениях ее послушать. В меня попало, я буду слушать. И мне в целом кажется, что Нойзу очень удаются песни про космос. Одна из моих любимых его песен — это «На Марсе классно». Вообще из всех любимых его песен. И вообще песни космической тематики явно для него особенные. И мне это нравится. Меня это попадает. Это круто.